День добрый, на связи я, Мкабанский. Сегодня мы продолжим с вами проходить Crash Bandicoot Warped, это 18-я часть. И сегодня мы с вами получим реликт за скоростное прохождение 31 уровня, Hot Coco, в оригинале называется. Не пугает, что я сразу начал игру, просто пока доедем, пока я рассказываю, что терять время, чтобы сразу добраться до знака и до нового запустить, но тут уровень сначала. Это будет попроще, чем получить бриллиант, а мы в прошлой части сделали это, получили бриллиант за сбор всех ящиков. Тут будет дело обстоять гораздо проще. Просто врубаем и едем. Это могу, это вам тоже не обязательно собирать, но просто время лишнего не бывает. Пожалуй. Я рассчитываю на платину. Смысла нет платить. Более вещь. Это может быть сейчас не с первой попытки, но это нормально, я думаю. Все-таки уровень сами понимаете какой. Но это мы сделаем 100%. Тут еще вопрос интересный. Когда мы это сделаем, нам как лучше возвращаться назад или проще каким-то обходным почему-то делать. Бдыщ. Так. Просто на время, тут сами понимаете, там спокойная обстановка, все эти бомбы. Въезжаешь, тут ты каждой секунды дорожишь, даже каждой миллисекундой. Скорее даже важна не сама миллисекунда, а то как ты эту миллисекунду воспринимаешь, поэтому... Да ладно, не поверил. Ладно. Платину нам должны засчитать. Я на этом категорически настаиваю. Вот он, эта штукенция. Бдынищ. Немножко не туда. Не бывает. Сам уровень обязывает тут. По-моему, ну я думаю, не убьет, все равно будет платить. Я вообще не верю, что попытка будет рабочей. Лучше вот так сделаю. Бабах. Просто зачем терять то, что тебе и так положено? Свой статус и прочего. Это глупо. Да блин. Чуть-чуть задеваем. Ну, я вам точно гарантирую, что это не превратится в двухчасового канала. Сейчас у нас все получится. Да блин. Зато тут сейчас возьмем это. Ну, точно, да. Мы компенсировали как-то. А, в жопу не заворачивать, да, что ли. Вот сюда я заверну, потому что очень экономное время. Так, теперь тут нужно разворот взять. Все, теперь обратно текаем. Не знаю, будет ли достаточно тут времени на время. Я эти острова загнал, да? Пустые. И тут я одну штуку не взял. Какой ужас. Я не туда еду, да? Ну, секунды лишь не бывают. Вот он, вот он, вот он. Да, платиновый. Фух, 46,6. Не думаю, что мировой рекорд. Ну, всегда достойный. Так. Фух, это было реально жестко. Ну, чем это было жестче, тем было и приятнее это сделать. Все, с этим уровнем мы разобрались. И, к счастью, нам не надо будет к нему возвращаться.
И теперь, по-моему, нам будут писать в уровне, где у нас желтый реликт золотой. Нам будет писать время на получение платинового. У нас есть же такие уровни? А, не пишут. Я думал, будут писать. Может, после прохождения игры будут писать. Где когда все золотые будут собраны. Ну, я помню, что вроде как писали. Ну, ладно, не суть. Платиновые самые жесткие. Сейчас даже если мы на паузу игру поставим, там будет отдельная статистика по ним, да? Должно быть. Да, один платин, два золота, три сафира. Прикольная разболовка. Ладно, сегодня мы с вами прошли 31 уровень. На скорости получили за это платиновый реликт. Брать платиновый анх. И в итоге забрались с этим уровнем. Полностью. На связи был Амкабанский, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео, наш с вами старым добрым гастеротилом канале. Всем пока!